станицы Северской установили поклонный крест. Расположился он на въезде в районный центр со стороны поселка Ильского. Как и полагается, по православной традиции крест осветили. Церемония прошла в храме часовни новомучеников и исповедников российских. В ней приняли участие священнослужители и казаки. Идея установить поклонный крест на въезде в станицу Северскую пришла еще 3 года назад районным казакам. Они не только выступили инициаторами создания сооружения, но и создателями. Сделал поклонный крест житель станицы Азовской Сергей Козин. За основу взяты кресты севера России. Поклонный крест, он важен для сердца любого христианина. Он напоминает нам о кресте, о страданиях крестных, о спасении, о том, что оружие казни стало символом жизни и оружием спасения, победы над смертью. Для казаков символ победы всегда очень важен, поэтому казачья душа всегда вот так переживает и жаждет вот такого вот общения, такого видимого символа пути. Потому что жизнь человеческая – это борьба, борьба с своими грехами, с этими страстями. Издревле считается, что живет поселение благополучно, Господь благословляет его на хорошую жизнь, когда со всех 4 сторон окружают поклонные кресты это поселение, ну как своего рода оберег. Со стороны Краснодара поклонный крест стоит, а со стороны Новороссийска, въезд в Северскую, поклонного креста нет. И теперь у нас с западной стороны тоже стоит поклонный крест, который будет оберегать нашу станицу. И я думаю, что жители будут проезжать и лишний раз вспоминать о том, что они люди православные, о том, что кто-то лоб перекрестит еще раз, кто-то задумается о своей жизни. В любом случае, это благое дело и всегда на пользу людям. 6-метровый крест выполнен из сосны. Вместе с постаментом, символизирующим гору Голгофу, на которой распяли Иисуса Христа, сооружение составляет 8 метров. Это по счету 11-й крест в районе установленный уже, сделан лично мною. Чисто по зову души, как говорится, спрашивают, зачем вы это делаете? Это делается по зову души, как бы. Ну, исполняем свой долг, скажем так. Перед Боженькой. Изготовлен он из сосны нашей местной, из кавказской, с большим содержанием смолы она. За этого она идет, как бы ее не ведет, не коробит, не трескается она. Вот, стоит. В Азовке первый крест уже 12 лет стоит, как бы, пока ничего с ним не случилось. Установление поклонного креста стало значимым событием для православных верующих станицы Северской.